Друзья мои, всем привет! С вами я, Артём. Основа нашей работы – это интернет-магазин зоотоваров zookool.ua. Я смело себя назову специалистом в аквариумистике, специалистом в прудовой тематике, изготовлении водоемов, продажа, установка оборудования для водоемов. Это все дало возможность, имея колоссальный опыт в этих направлениях, влюбиться в хобби, которое переросло уже и в бизнес, аквакультур. Это выращивание пресноводной гигантской креветки макробрахиум розенберга, а также выращивание австралийского рака. Сегодня я хочу вам, как говорится, поделиться такой маленькой информацией, чуть-чуть объяснить. Начинается весна, начинается все больше и больше заказов и звонков, в первую очередь звонков по выращиванию той или иной аквакультуры. И сейчас выстраиваем график посещения. У нас есть, сейчас покажу вам наш демонстрационный цех. Он находится в городе Киеве, в центре Киева. Мы будем производить экскурсии. Экскурсии могут быть бесплатные. У меня сотрудники с утра здесь находятся. Вы можете приехать, походить, поглазеть, посмотреть, что это, как это, пощупать. Ну и позадавать базовые вопросы. Если у вас вы хотите экскурсию с более расширенной консультацией, бизнес-процессы, рентабельность, кормовая база, себестоимость, рынки сбыта, как сделать рынок сбыта в том или ином регионе, мы отдельной темой это все с вами можем обговаривать. Такой объем по полной информации, естественно, он занимает очень много времени, и за один день мы его не пройдем, эта услуга будет платная. Потому без проблем, те, кто просто хочет посмотреть, без проблем, позвонили, приехали, я вам локацию скину, все базовое вы увидите. Для этих целей на протяжении этих месяцев я создавал ферму небольшого размера, здесь всего лишь 130 квадратных метров, но этого вполне хватает. Любой здравомыслящий человек понимает, что если говорить о каких-то больших заработках, то то, что есть у нас, нужно просто масштабировать. На этой ферме мы представляем бассейны разного плана, демонстрационные, бассейны стартовые, большие полупрофессиональные, профессиональное оборудование, любительское, то есть на любой карман, на любой вкус, все вы можете это посмотреть. Потому приезжайте, смотрите. Для тех, кто хочет в это вникнуть, как в бизнес-процесс, отдельно пообщаемся, выезжаем по всей Украине, помогаем в развитии. Маленькая вставка. Любители поумничать, я их называю диванные зрители. Я вас тоже прекрасно понимаю, вы не верите ни во что. Под лежачий камень вода не течет. В этом бизнесе мы занимаемся и креветкой, занимаемся и австралийским раком. В каждом из этих направлений есть свои плюсы, свои минусы. Львиная доля из вас звонит по креветке. Мы внедряем и креветку, и австралийский рак. За австралийским раком тоже будет будущее, потому что это тоже деликатес. Это вкуснейшее мясо. Креветка розенберга на сегодняшний момент продается по очень высокой цене, потому, естественно, направление высокорентабельное. Как долго продержится такая цена, я не могу утверждать, но на сегодняшний момент по 1500 гривен она без проблем продается. Мы внедряем этот бизнес на разных этапах, в разных городах. Очень много людей начинают как с хобби, с одного бассейна. На одном бассейне, естественно, вы бизнес не сделаете, но вы можете получить базовый опыт, пощупать, понять, вникнуть, увидеть, что она растет. Но если мы будем говорить о каком-то серьезном бизнесе, естественно, его нужно будет масштабировать. Для этих целей давайте я вам покажу свое помещение, в которое вы можете прийти, посмотреть на небольшом варианте этого всего, с чего же можно начать. И все варианты от дешевого до дорогого бассейнов, оборудования и так далее. Давайте смотреть. Вот при входе у нас стоит бассейн, а аквариум. И в аквариумах мы тоже содержим креветку розенберга. В этой комнате у нас небольшой бассейн на 3 куба. В нем мы содержим креветку сегодня.
показываем даже на маленьком варианте, какого объема, в каком маленьком объеме, какая она может вырасти. На этой ферме есть два больших бассейна, в которых мы содержим в нижней части креветку, в верхней части живет австралийский рак. Оборудование на ферме представлено абсолютно разное. Проточные фильтры с ультрафиолетовыми стерилизаторами, компрессоры разного плана, автономные, неавтономные. Вы посмотрите, как мы топим помещение, мы топим воздух, как утеплено и так далее. Все понятно, все легко. Воочию вы все увидите. Базовое оборудование, неспроста здесь стоят готовые бассейны. Эти бассейны мы предлагаем тем клиентам, которые хотят попробовать начать этот хобби вместе с нами. Потому устанавливаем бассейны и продаем базовое оборудование, которое поможет вам в содержании креветки Розенберга. В этих бассейнах мы содержим не только креветку, а еще можно и выращивать рака. Кто смотрел мои видео раньше, то мы в этом бассейне вырастили партию креветки. Сейчас в ней растет малек австралийского рака. Потому стараюсь просто все показывать от начала до конца. Потому эти бассейны просто для тех, кто хочет изначально начать с минимума. Здесь у нас снизу креветка будет. Здесь у нас австралийский рак. Здесь более крупные особи. Потом можно посмотреть оборудование более профессиональное, с которого так называемый УЗВ мы делаем. В этом варианте у нас задействовано все. И бассейн по выращиванию рака Ябби. Очень красивый рак. Здесь они у нас, малечки, содержатся, растут для получения маточного стада. Мы постоянно стараемся заказывать у разных производителей, чтобы постоянно можно было подмешивать кровь. Здесь у нас креветка Розенберга. Подростки недавно получили маточник российскую линию. Будем мешать с нашей, потому что даже в креветке надо мешать кровь. Подростки, которых мы продаем, показываем, рассказываем условия содержания, что, зачем и так далее. Так, как работает оборудование, как можно с аквариума сделать инкубатор, можно понять, увидеть. Также можно ли в аквариуме содержать крупную креветку. Здесь у меня сидит креветка почти 200 грамм. Конечно, она выросла не за неделю, но тем не менее такие красавцы. Это у нас там с икрой, переикрой. Здесь у нас сидят малыши. Почему все везде разное? Потому что у каждого клиента свое индивидуальное помещение, и благодаря этому стандартная продукция вам не всегда может подойти. Потому мы изготавливаем и показываем это все вживую, как есть. Можно все подстроить под ваши размеры, под ваши объемы, под вашу конфигурацию вашего помещения. Итого, буду рад вас видеть на нашей такой мини-ферме, на которой демонстрационный цех, я его называю, благодаря которому вы можете понять и сложить свой ребус в голове, чего же должна состоять ваша будущая ферма, позадавать базовые вопросы. А за более детальной консультацией это, конечно же, к нам. Не назову этот бизнес очень легким. В первую очередь начинайте с него как с хобби, а потом в процессе вы увидите, надо ли оно вам, потому что этот бизнес только хорошо работает в масштабах. Тот же австралийский рак. Естественно, на одном таком бассейне вы денег не заработаете. Но можно на сегодняшний, как вот сегодня я разговаривал с человеком, у него не огромное количество бассейнов, не бешеные площади. Но человек просто выращивает в таких бассейнах маточные стада, то есть семья там от того же австралийского рака, и продает поштучно. И продает их по 200 гривен за штучку. И у него очередь, то есть купить у него запись на месяц вперед. Потому, ребята,
можно зарабатывать и на товарном размере, и на товарной креветке, и на товарном раке, и на мальке. Очень много всего интересного в этом направлении можно выжить. Поэтому проводим мы весенние экскурсии. Предварительно звоните. Кому нужна общая консультация и экскурсия, без проблем приезжайте. Кому нужно более детально, чтобы вы изначально начали общаться с профессионалом, это будет за отдельную плату. Поэтому любой вариант, который вас устроит. Также очень много информации на нашем YouTube-канале, на канале Zoocool, на канале Креветка Розенберга и ЕККР. Я сделал уже много роликов. Пожалуйста, просмотрите. Много чего интересного вы можете подчеркнуть с этих видеообзоров. На самом основном сайте, на нашем сайте zoocool.ua есть категории отдельно креветка Розенберга, отдельно австралийский рак. Там есть наборы в продаже. Можете посмотреть, что входит в набор. Есть оборудование, наборы. Ну, то есть для чего это? Чтобы вы, уже поняв, что там, могли более грамотно задавать нам вопросы. Итого, сегодняшний обзор, ну, подводим к завершению. Спасибо за внимание. Ссылку на наш сайт оставляю внизу в описании. Телефон оставляю внизу в описании. Подписывайтесь на нас. Давайте заниматься этим увлекательным хобби вместе с нами. Спасибо и до скорых встреч.